теплая летняя вода очень сильно привлекает большое количество мелкой рыбы, такой как карась, густера, плотва, подлещики, там всевозможные линии и так далее, верховодка. Естественно, такую массу рыбы не оставляет без внимания и хищник, поэтому поищем сегодня сома именно в меляковых плавневых зонах. Отдельно хочется отметить прожорливость сома. В теплое время года она просто не знает границ. Недавно добыли сома, знакомые, общим весом 30 килограмм. Так вот, из 30 килограмм, 10 килограмм это была плотно набитая плотва. Кстати, внешний вид был очень похож на беременную рыбу, но на самом деле при вспарывании там битком было набито именно плотвой, хотя это был самец. Так что сом довольно-таки приличный хулиган в этом отношении. Как я уже и говорил, погода не очень, скажем так, отличается от общепринятой для такого стиля охоты. Дует ветер и накрапывает дождик. Но у нас сегодня в прямом смысле слова эксперимент, поэтому не будем терять времени и будем пробовать. Нужно отметить, что такой вариант охоты довольно сложный, специфический и опасный. Техника нырка должна быть очень тихой и бесшумной. Также понадобится хороший свет, который сможет эффективно высветить пространство в условиях частичного присутствия естественного дневного освещения. А эта задача под силу не каждому фонарю. Отдельно стоит отметить выгрузку подводного охотника. Плавучесть нужно сбалансировать таким образом, чтобы на небольшой глубине, а это примерно 1 метр, при полном вдохе быть нейтральной плавучести. Это позволит тихо и плавно перемещаться в пространстве между дном и крышей из камышей, не цепляясь за нее элементами снаряжения. Крыши в некоторых местах очень толстые и масштабные. Зацепиться чем-то под ними чревато большими неприятностями. Вообще охотиться таким способом нужно только днем, так как ночью не видно границ и просветов камышовой крыши. Ну а вот и первые признаки присутствия сома. Это взмученные клубы воды в пространстве под плавуном, которые свидетельствуют о том, что сом здесь недавно перемещался. Кстати, в таких условиях для ныряльщика есть еще одна опасность. Ведь такую же муть может оставить не только лишь рыба, но и ныряющий по соседству конкурент или напарник. Несчастные случаи уже имели место быть именно в таких же ситуациях, поэтому нужно быть крайне внимательным и осторожным. В
всегда слушать и смотреть, что происходит вокруг. Соблюдение всех правил и настойчивость в поиске рано или поздно приведет к желанному результату. Самой интересной охотой на карпа я считаю дневную охоту в залежку. Смысл в том, чтобы нырять и очень тихо приземляться на дно. Нужно вызвать у рыбы, которая находится где-то поблизости, чувство любопытства. Если ваше падение получилось тихим и максимально похожим на падение неодушевленного предмета, то рыба обязательно подойдет посмотреть. К слову, такой способ позволяет добыть абсолютно любой вид рыбы. Окунь, карась, судак, лещ, карп, амур, толстолоб, щука и даже сом – все эти виды в той или иной степени проявляют интерес к лёжке подводного охотника. От охотника же, в свою очередь, этот вариант потребует хорошей физической формы, задержки дыхания и идеально подобранного снаряжения. Также я люблю этот способ еще и потому, что у рыбы всегда есть шанс. Если вы все сделали правильно, рыба сама решает, подойти ей к охотнику или нет. И даже если она вышла посмотреть, то далеко не каждый выход сопровождается прицельным попаданием и взятием трофея. К тому же разные виды рыб ходят с разной скоростью и в разных горизонтах. Прибавьте к этому разную видимость, и станет ясно, что охота в залежку на глубине и течении при плохой видимости – это настоящий экстрим и всегда неизвестность в плане добычи. Ну что, первый адреналин сбил, разнырялся уже, наверное, километрик протянул. Рыбы пока нет, признаков тоже нет. Все вроде пожеванное, есть ракушка побитая, и песочек, и трава, и урезы, все посмотрел. Но свежих следов каких-то мутняков я ничего не нашел. В одном месте что-то мелькнуло, и то в толще воды, и за пределом видимости, только тень увидел, и все. Так что будем продолжать искать. Вот такой рак только попался один. Но на рака у нас еще запрет, так что отпускаем их. Еще один положительный момент от такого стиля охоты – это безопасность. Даже если падение придется на корягу или браконьерскую снасть, как правило, всегда будет возможность спокойно оттолкнуться и всплыть наверх. Чего, например, не скажешь о варианте поисковых подныров, когда в силу разных обстоятельств охотник оказывается под затонувшей конструкцией или натянутой сетью, и путь выхода уже несколько иной, чем просто всплыть наверх. Все самые интересные истории о тайных выходах крупных экземпляров так или иначе связаны с лёжкой или динамическим зависанием. Да и красота созерцания плывущей рыбы в естественном освещении никогда не сравнится ни с чем другим. А вот размер добычи в таком способе охоты может быть очень приятным. Все эти трофеи добыты исключительно в залёжку. Очень крупная рыба практически никогда не дает возможности к ней подойти, но зато присутствует шанс, что подойдет именно она.
уже просто унырялся, уже и дождь застал, и суммарно где-то часов 5 пришлось понырять. Не выходит рыба, хоть ты уныряйся. Вот, я уже как бы продумывал даже варианты, как вылезти и подвести к тому, что не каждая подводная охота приносит результат. И река как будто бы услышала меня, и буквально на предпоследнем нырке вышла пара карпиков. Один поменьше, второй побольше. Ну и классически более маленького пропустил, а замыкающего более крупного взял. Сейчас покажу, что мне удалось добыть. В больших естественных водоемах у рыб особое поведение. А такая осторожная рыба, как амур, это вообще отдельный случай. Нужно хотя бы примерно понять, чем они сейчас заняты, чтобы можно было предположить, где их искать. Мне кажется, что в начале осени амуры хотят откормиться перед холодами. И зоной поиска будут тихие укромные места, где они могут спокойно это сделать. А дальше подбираем тактику охоты с учетом условий конкретного места. Сначала я попробую в активном поиске ночью обозначить место дислокации рыбы, где она остановилась на стоянку. Но по моему опыту, амуры, такая рыба как амуры, и особенно в таких условиях, это балка, стоячая вода, отсутствие течения, которое его напрягает, они все-таки не дадут к себе сблизиться и, скорее всего, что будут уходить с характерными звуками. Но повторюсь, я как минимум определюсь для себя, где они находятся. Ну а уже утром, с учетом того, где амуры проявят себя ночью, я попытаюсь рядом с этими местами еще и полежать. Но в этом способе охоты есть свой минус. Дело в том, что у меня будет всего только один шанс, потому что амуры очень осторожные, они выходят только один раз, и нужно будет реализовать этот выход. Уже достаточно давно я стараюсь осознанно подходить к предстоящей охоте и воспринимаю это дело как вид спорта. А в любом спорте очень важен конечный результат, который напрямую зависит от предварительно проделанной работы. Так было и в этот раз. Предполагаемая охота имела абсолютно конкретную цель. Значит, необходимо максимально разобраться с факторами, которые на нее влияют. Физподготовка, рациональное использование ресурса во время охоты, план поиска мест и рыбы с учетом ее предпочтений, подбор тактики и снаряжения, влияющего на качество нырка и подхода к рыбе. У меня есть надежда на мой новый свет от торговой марки Aquamaster. Сегодня для этого фонаря будут первые реальные боевые испытания. Немногие подводные охотники из моего окружения вообще встречали их под водой. И уж совсем мало кто может осознанно, целенаправленно охотиться на амура. Забегая вперед, хочу сказать, что утренняя попытка не дала результата в плане добычи. Лишь некоторое общее понимание картины в совокупности с предыдущей ночной охотой. Пара амуров себя показала, но они так быстро и резко уплыли, что я просто не успел. Опять-таки, касательно определенных условий в данном месте. Амур достаточно крупная рыба и достаточно крупная мишень. И, казалось бы, тяжело по нему не попасть. Но здесь они носятся с такой скоростью, что очень часто вообще не успеваешь даже среагировать. Не то, что там прицелиться и предметно куда-то выстрелить. Они при своем массивном размере и весе носятся как, в буквальном смысле, как ласточки по небу. Ночной вариант также не баловал простотой. Мелкая неопытная рыбка попадалась, но крупные амуры были слишком осторожны. Мгновенно реагировали на малейшее колебание или яркий луч света. Несколько раз я слышал мощные старты, но не видел даже уходящего хвоста. Экспериментировал с интенсивностью света, оставлял место встречи и снова возвращался. Но уже только под утро сделал свой долгожданный трудовой выстрел.
уже почти перед рассветом подобрал ключик, минимальный ореол боковой засветки позволил мне взять вот такой трофей. Холодное время года неотвратимо понижает температуру воды. Заодно делает ее значительно чище. Это позволяет нам взглянуть на ее красоту, так сказать, изнутри. Также холод более выраженно обозначает некоторых рыб, которые придерживаются стайного поведения. Им почему-то в зимнее время комфортнее в больших компаниях. Судак – один из ярких представителей рыб с такой особенностью поведения. Связано это в первую очередь с тем, что судак – это хищник. Основным кормом судака считается вот такой малек, так называемая килька. Но эта маленькая рыбка требует особого поведения со стороны своих потенциальных врагов. На этих кадрах хорошо видно сформированную в виде шара стайку кильки. Они синхронно перемещаются по поверхности воды. Такое поведение обусловлено предшествующими систематическими атаками хищников. Судаки, видимо, атакуют снизу и с разных сторон, сбивают кильку вот такой вот шар и потом методично выбивают ее. Мало кто видел под водой сам процесс охоты. Зато во время остановки на отдых довольно часто удается встретить одного или сразу нескольких судаков. Нужно сказать, что места отдыха довольно разные, но все-таки их можно классифицировать. Часто на глубине 7-8 метров можно встретить одиночного судака, стоящего на песке рядом с камнем. Как правило, возле камня образуется песчаный вымой, в который аккуратно становится судак. В таком месте даже сильное течение уже не побеспокоит его. На неглубоких буграх также можно встретить судаков. Здесь не так много мест для укрытия, но перепад глубины создает зону с обратным течением. Это и объясняет тот факт, почему рыбы не пропускают такие места. Но самое излюбленное место для стоянки судаков – это затопленные деревья, расположенные в углублениях реки. Правильное время и в нужном месте может остановиться до нескольких десятков, а то и сотни экземпляров судаков одновременно. Попадаются в таких местах и довольно крупные особи. Такие места очень приметные. Их легко и быстро можно найти с помощью любого даже примитивного эхолота. И в связи с этим они достаточно сильно прессингуются. В основном рыболовами на протяжении всего сезона. Об этом свидетельствуют остатки их рыболовных снастей, лески, шнуров и так далее. Так и подводными охотниками, только в тот промежуток времени, когда вода прозрачная. Все дело во вкусовых качествах судака. Очень уж он ценится с кулинарной точки зрения. Одним словом, высшие хищники помогают природе сделать естественный отбор. И уже сами судаки занимают свое место в пищевой цепи.
Очень важно, чтобы все соблюдали существующую норму вылова и не брали лишнего у природы. В этом сезоне я обязательно постараюсь сделать больше интересных сюжетов из красивых и перспективных мест. Не пропускайте, будет интересно.